Новые парковки появятся в Химках в этом году. Всего запланировано обустройство порядка 4000 мест. Из них 350 сделают во дворах. Все они будут оформлены в едином стиле. Он предусматривает наличие камер видеонаблюдения, светофора и шлагбаума. К слову, последние могут установить жители в уже существующих дворах с парковками. И мы можем всем желающим, кто хочет сделать парковку при дворе, кто хочет поставить свой отдельный шлагбаум, закрыть въезд, обустроить парковку. Эти инициативы все поддерживаются, поэтому, если есть такие пожелания, можем встретить любого из инициаторов. Чтобы стать участником программы «Удобная парковка», достаточно обратиться в территориальное управление микрорайона и выбрать места для новых машин и мест.